Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зеткул, и сегодня мы играем в Hunger Games на карте под названием Tyrant... Нет, The Survivor's Game 4, вроде как так. Девочки, ну ладно. Так, ботиночки мне, спасибо за ботиночки. Девочки. Давай, должен добежать. Есть, чёрт, у нас топорик. Ладно, топорик, ничего страшного, нормально. Пройдет как-нибудь. Так. Он там, наверное, уже облутался. Нет, они еще не упали это место. Ну ладно, слава богу. В принципе, да, сейчас пойдем там утонем тогда. Потому что там сейчас весь лут уже соберут. И мне ничего не достанется, я еще лишний раз дух. Ну или буду бегать опять по кругу. Так что лучше побегу сюда. Так, насколько я помню, здесь сундук был. Да. Был такой. Один, два, одевайся. Блин. О. Так. Ладно, неплохо. Здесь надо бегать и смотреть, чтобы были сундуки. Так. Где же у нас все люди? На блюде. Главное, это эффект неожиданности. Залил. Один есть. В принципе, неплохо. Так, вот у нас еда, в общем-то. Кстати, курицу можно выкинуть. Ну что, но... Чикен махнуть я не ожидал. Так. Все, иди отсюда, курица. Крашеная. Так. Мне кажется, на двойной сундук уже какой-то чувак полез. Это точно. Я вам обещаю даже, что уже есть кто-то там. Но, в принципе, ладно. Давайте залезем. Чем черт не шутит? Опс, опс. Да, чувак есть уже. Даже два чувака, походу. Ну, хоть бы один. Мне бы одного осилить. Потом двоих. Так, он чувака вижу. С каменным мечом внизу. Даже двоих. Не дерутся. Не, давайте лучше спустимся туда. По-моему, там намного интереснее будет. И намного больше лута. Так, вот они дерутся. Сейчас они дерутся. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон тебе, чувак, погоди, остановись. Переведи дыхание. Подумай о чем-нибудь хорошем, прекрасном. Давай. Остановись, я тебе говорю. Тебе отвечаю, полегчает. Какой-то бокал немножко. Потому что, если тебе там совсем немножко хп, зачем ты убегаешь? То есть, я тебя один раз ударю и все. Собственно говоря, как и было. Тихо. Мне тут рукой что ли бьет? Да, это тот идиот, помните? Я ему показывал. Я вам показываю Тиму. Ну все, теперь он моя цель. Есть. А, кто? Опять ты? Ты мне надоел меня уже. Меня надоел. Блин, слушай, он меня сейчас тупо с лука сольет. Так нельзя. Ой, блин, ребят, не, давайте валим. Валим нафиг. Потому что этот чувак что-то мне невыгодно обходится как-то вообще. Так, поедим. И, в принципе, можно сейчас скрафтить железный меч. Еще бы алмазик, конечно. И все. Было бы просто шикарно.
Ладно, давай подбегай. Палка. Слиток железа. Все. Фу. Ну, в принципе, теперь я уже могу сливать кожанку, наверное. Так как меч у меня уж посильнее будет. О, кожанка. Кстати говоря, про которую я только-только ввел речь. Ну, давайте. Затащим его. Кожаник! Ты мой кожаник. Ты мой кожаник. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Ты мой кожаник. Ты мой макароник. Ты мой макароник. Ты мой кожаник. Ну, я так, в принципе, всегда делаю. Показываю тему, а потом просто тупо сливаю. Это просто крутяжно. Так. Так. Давайте найдем Тиму. Я уверен. Минус чувак. Я уверен, что здесь есть... Так, молния где-то там гремела. Я уверен, что здесь есть Тима точно. Это точно есть Тима. Потому что... Опа. Так. Прям аж указало мне, куда бежать. Так. Кто там у нас? Засел. Ай-я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 й
Отошли от меня. Смотрите, почти меня затащили, а? Капец, как так? Ладно, давайте от них убежим. Угу. Кинем топорик, чтоб им весело жилось. На. Иди от меня. Кожанка. Позорная. Так, они встретились. Это плохо, это плохо, это плохо. Так, убегаем, 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 убегаем. Так. Бежать, 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 бежать. Run, Forest. Run. Ой, там тут гонит. Это просто замечательно. То, что я сейчас могу убежать от них и при этом зарегенить хп. О, все. Тот, кто их бил, уже обработан. Он их убил, короче, походу. Там Тима. Там Тима, ребят. Блин, это плохо. Это капец как плохо. Прям до ужаса плохо. Вижу Тимы. Стреляю по ним. Так. Сейчас покажу тебе кутим. Мэн, мэн, мэн. Тим, Тим, Тим. Да с тобой это Тим, идиот. О, господи, какие придурки, а. У него главное перед носом Тима. И он при этом хочет выжить. При том, что... Да, все, они его слили. Они его слили. Пошел нафиг от меня. Урод, на. Обронил в тебя стрелу я пару раз. Бегаем. Подпрыжок, подпрыжок. Они гонятся за мной. Я гонюсь за ними. Все логично. Все логично. Мы с тобой Тим. Бедим. В принципе, можно слить его. Да, все, он засал, короче. Надо его лить. Жестко лить. Литийный я. Что с ним? Какой он? Че, упоролся? Да. Ай. За что меня так сильно-то? В принципе, если я его сейчас убью, у меня будет полный железный сет. Это прям будет просто шикарно. Просто шикарно. Железный сет. Да для меня. Потому что это просто шикарно. Два алмаза.
Так. Ну, видимо, парень хочет рискнуть. Ну ладно, пускай рискнет. Попал в меня. Ладно, в принципе, я оставлю инспаун и пойду скрафчу алмазный меч. Так ведь? Получается так. Шапка. Блин. Хреновенько. Ребятки. Так, ну давайте побежим тогда скрафтим алмазный меч по-быренькому. А, главное, чтобы там никого не было. Ну так-то нам одного чувака еще обработать и все. Это будет точно дезматч. И главное, лучше бы обработать одного чувака из Тимы, ребят. Потому что Тиму сейчас надо жестко лить. Жестко лить, потому что не люблю Тиму я. Ну, не то, что не люблю, потому что это нечестно вообще, с одной стороны. С одной стороны, это нечестно. Допустим, если ты один играешь, а там Тима на тебя идет, причем там хорошо одет и все такое. Но у них точно алмазные мечи будут, поэтому я сейчас хочу закрафтить алмазный меч и сразу же пойти на них. То есть брать в оборот. Опа, три игрока. О-о-о. Есть! Обновления сундуков не будет, ребят. Все. Классненько. Давайте тогда быстро сейчас зажигалочку. По зажигалочке. Блин, ну вот одно будет плохо, если они реально... Сейчас слился не человек. Точнее, слился человек, а не та Тима, которую я хотел слить. Очень сильно хотел слить. Блин, а? Жалко. Ну, в принципе, все равно раунд получился неплохой. То есть, вначале я даже полил. Залил чувака деревянным топором. Это уже значило. Повлияло на исход битвы. Ну, а давайте побежим на спаун и посмотрим вообще, есть ли там люди. Я, конечно, знаю, что там есть люди, потому что эти придурки, они 100% на спауне. Просто хочу посмотреть, Тим или есть, или нет Тима. Что-то не вижу я. Хоть бы не они были вместе. Оп, ребят, я промахнулся немножко. Они хотят все убить меня. Давай, подожжусь. Подожгу тебя, подожгу себя. Не, ну это нечестно. Они в Тиме. Они Тим. Это нечестно. Ай, так нечестно. Ну вот, опять нечестно. Ну все, пошел. Ну блин, ребят, это нечестно. Реально. Потому что, ну Тима. Тима на Тиму, считай. Погоди. Ну да. Ну вот они затимились. Сейчас вот этот выиграет, скорее всего. Либо вот этот. Ну, тот, кто из них взял мой алмазный меч. Ну, ладно. Что ж, подписывайтесь на канал. Господи. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами был я, Zcool, и Hunger Games. И сегодня мы записали еще один эпичный раунд. Хоть и не выиграли. Ну, ладно, что ж поделаешь. Так что... Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами был я, Zcool. Ну и всем удачи, всем пока.